Шадрутдинова, которая ради вычета признательного совершения преступления, предусмотрено частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 10 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев. В соответствии с частью 4 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации отменить Шадрутдинова условное осуждение, назначено по приговору Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 11 марта 2016 года. На основании статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить Шадрутдинову наказание в виде лишения свободы на 6 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии в общем режиме. Срок отбытия наказания исчисляется 30 ноября 2018 года с момента постановления приговора.